Едва утих конфликт о пропавшем байке, как разгорелся новый. В сети пошел слух, что демонтируют байк и у входа в заведение. Однако новость оказалась фейком. Посетители ликуют. Хотя бы один арт-объект – это уже очень приятно, потому что вывеска, какая здесь вывеска останется, потом скажут убрать вывеску. Убрали огромный байк по решению ТСЖ. Дом участвует в программе благоустройства. А теперь ТСЖ планирует убрать тротуарную плитку. Ее в свое время уложили за счет бара. Сейчас в управлении дома решили закатать здесь асфальт. Председатель ТСЖ Александр Лукин объясняет, что это избавит участок от луж. Уровень нашей отмостки и уровень асфальта должен сейчас совпасть. То есть текущее положение вот этой придомовой территории должен быть одинаковый. Но не по душе это директору заведения. По его словам, в других городах, наоборот, отказываются от асфальта из-за его непрочности. Мне вот здесь асфальт не нужен, я вам честно говорю. Вот для чего он мне нужен здесь асфальт? Вот завтра провалится этот асфальт или еще что-то, я вызову сюда двух строителей, подниму эту плитку тротуарную, подсыплю, выровняю и постелю ее назад. Это будет ровно, эстетично и красиво. Конфликт обратил на себя внимание администрации района. Она намерена найти золотую середину в противостоянии сторон. Как раз таки сейчас мы ее уже и нашли, что частично собственники забирают плитку, которую они укладывали в границах своей территории, соответственно, остальную часть будет демонтирована. Администрация добавляет, что содействует реализации нацпроекта, и в скором будущем у дома появятся зеленые насаждения и лавочки. В общем, все для жителей, которые, впрочем, сами придерживаются разных сторон. Идешь здесь, как понятно, мотоцикл, как все достопримечательства, все люди идут, ребятишки радуются. И вот эти мотоциклы приезжают, разные марки, все. Я чужой человек совершенно, но мне нравится. Хорошо. Это что это такое? Здесь будет еще лучше. Сомневаюсь. Не сомневайтесь. Мало зелени на Красноармейском. Красноармейский называют джунглями каменными, потому что постепенно тут вытравили всю, застройка вытравила зелень. У нас вот два несчастных тополя. По плану тут достаточно большой сквер, который, кстати, мы из своих средств будем засаживать. Тем не менее, благоустройство территории продолжается. Будет ли оно дальше скандальным? Анара Шагирова, Александр Андропов. День с толком.